всегда, в темном это было с вами Спунчик, и я приветствую вас, мои дорогие подписчики, ученые, который должен был нам помочь и как-то безопасно пройти через все это поле боевых действий. Его сразу же застрелили, просто моментально, как только вышли. И мне приходится снова, как всегда, прорываться сквозь эту армию военных одному. Тут даже вертолет на меня выслали. У меня хоть и была супер-мега-пушка, но она как-то не особо мне помогала. Даже при полном заряде должно было пробить вертолет насквозь, и он взорвался бы нахрен. Это не помогло. Ух ты, вы в песке зарываетесь еще. А я и забыл, что вы так умеете. Я и по каким-то трубам. Пробираемся, только ни хрена не видно. Ну, видимо, верно. Еще вертолеты? Не надо мне еще вертолеты. Мне с меня хватит. Так, а что там тогда, если мне прямо сюда надо идти? Здесь же тоже что-то есть, да? Ух ты, тут хоть крабы есть. Проход он какой-то замаскированный. Тут, как всегда, ништяки охраняли их от краба. Сейчас там наверху опять они будут. Можно сюда спрыгнуть. Постойте-ка. Давай посмотрим. Не просто же это так. Там же тем более лестница почти достроена была. Отсюда уже можно будет залезть. Ну да, или мне сюда и надо было. Ишь, прячутся какие наглые. Ты что думаешь, у меня на тебя патрон не хватит, что ли? Ты ж какой хитрый. Думал, спрятался. Мне на всех вас патрон хватит. Здесь все под напряжением, мне даже бесполезно сюда лезть. И зачем ты сюда залез? Только что-то у меня патроны начали кончаться. Этого хоть краб загрыз. Ручное управление не работает. О, а вот и патроны. А что с той стороны? Там же еще один, получается, какой-то проход такой есть. Можно вообще основную дверь открыть. Но мне кажется, это очень опасно. Смотрите, тут еще один проход. Что у тебя есть? Гранат. Тоже неплохо. А почему я залезть не могу? Это же лестница. Странно как. Видимо, она не работает. Я так понимаю, это вообще какой-то обход.
чтобы мне напрямую туда не ломиться к ним, то можно здесь обойти. Ничего себе тут обходы. Традиционные. Опа, ты смотри, опять жучки эти. Я, кстати, так до сих пор и не понял, как их использовать. Может, они какие-то бегающие гранаты? Да вроде крабы их когда сожрали. Вообще пофигу было. Да, по-любому я все это обошел. Только сильно ли? Но у меня засады хотя бы не будет. Где они там еще по мне стреляют? Я их даже не вижу. Вроде бы всех перестрелял. Потратился, правда, немного. Угу. О, да тут можно сразу же и восстановиться. Вообще ничего не потратил при сражении с ними. А я еще думал назад сейчас бежать за той броней. Чтоб сзади ничего не оставлять лишнего. А то мало ли здесь не будет. Открывается. Ух ты, как хорошо-то. Че это я включил? А, вон ворота какие-то открылись. Да что ж я такой косой-то? Остался-то у него все ничего по хп. И попасть не могу. Долго мне, кстати, их так еще расстреливать? Я так понимаю, это минное поле, да? Danger Minus. Ну да, это минное поле. Да тут не только мины, тут еще и хэдкрабы обитают. Я же только что там мину взорвал. Ты а как здесь вообще появился? Да вы стебетесь, что ли? Ничего себе, небольшой разрыв обшивки. Ты меня хэдкавы, блин, толпой зажали. И сожрать хотят, всю броню мою съели. Ты как, ты на мини нигде не подорвался-то? Хэдкрабов этих тут больше, чем... этих мин. Отойди от меня. Меня уже твои собратья сожрали практически. Не допрыгнул? Как так?
F5. Ну, там какой-то миллиметр остается, или мне не сюда. О. Это я понимаю. Там еще сколько гранат есть, да? Все минное поле очищено. Только крабы проклятые есть еще. Все, я прошел. Куда-то. Назад мне больше не вернуться. Значит, я правильно иду. Патрон только маловат. Эх. Ну ладно, ничего, справимся. По-любому сейчас еще где-нибудь найдем. Или, может быть, каким-нибудь чудом я уже дошел до нужной точки, и мы будем с учеными ликовать то, что я избавился от всех военных, стал героем и спасли весь мир. А может быть и нет. Может быть и не будем ликовать. Что не творишь? Не ожидал тебя здесь увидеть. Осторожно, падают камни. Они офигите не снеслись. Может, какую-нибудь аптечку хоть дадут, но сохраняться не будет, потому что хп слишком мало. Если что, лучше их еще раз убить. Вышел бы в пулемет, сразу ментально пух вот эту терял. Они что, даже знали, что я отсюда пойду? Выжил. Бежал. Пай. Ты подожди. Там не состояние критическое, у меня вообще ситуация критическая. Моя жизнь вся критическая ситуация здесь. 15 хп остался, я еще и сохраняюсь. Но я это делал, потому что я видел вот здесь вот эту вот радость для меня. Ох, пополнение брони. Есть еще пополнение хп. Все, я теперь в относительной безопасности. Даже здесь умудрились военных напихать. Где их совершенно не ожидал. Что это такое? Ракетница. Патрон для ракетницы. Может, я все-таки должен был где-то ракетницу найти, а не с этой штуки убивать этот вертолет. Поэтому мне так сложно было. Как бы это все хорошо, но ракетница... 90%. Ракетницы-то у меня нету. Я вон слышал, где-то вертолет пролетает. Вода. Давай сохранимся. А то, если в этом месте вертолет будет, я, скорее всего, сдохну. Нормально, справились.
патрон для ракетницы просто целая куча, а ракетницы самой нет. Как так-то? Может, у меня есть ракетница? Нет у меня ракетницы. О, ящик как из Half-Life 2. Где ракетница? Почему у меня нету? Хранилище, свободный вход. О, это я понимаю, это я люблю. Так понимаю, я ее там найду. Если нет, я очень сильно расстроюсь. Смотрите, еще пополнение запасов. Вот она, ну наконец-то. Я нашел ее, мою любимую. Где ты, вертолет? По-любому сейчас должен появиться, не просто же так мне ракетницу дали. Сражение с вертолетом такое себе удовольствие. Да ладно, он до сих пор стреляет по мне. Все, мы его сбили, они даже не успели его починить. Или сейчас еще один по звуку должен из вертолета выскочить. Просто столько ракет давалось, а вертолет я не вижу. Ну и все. Может, я с ним просто дольше сражаться должен был. Мне, кстати, какой уровень сложности стоит? Он поменялся или нет? Поражающая способность оружия снижена. Не, все нормально. Это у меня еще и урон от оружия уменьшен. Теперь ясно, почему я с гранаты так не убиваю, как должен. Тут дальше к ним гранату, они должны были все сдохнуть, а это ни хрена не работает. Прям на рожу мне упали камни. По идее, я сейчас должен был умереть. Гордона Фримана-то шлема нету. Упражнение. Сколько нужно хоть крабиков на меня присылать? Полезли дальше. Хоть крабики, блин. Я уже их ненавижу. Сколько можно так появляться? Я сейчас не удивлюсь, если они и здесь появятся. Не, наконец-то перестали их на меня выкидывать. Я до сих пор где-то здесь. 85%. Дали запасы пополнить. Энергия не к добру это. 100%. Да кто это меня там так чувствует? Вылез, блин. Охренительно я вылез. Тут целый танк, мать его, есть. Целый, мать его, танк даже есть. Как мне его пробивать?
тесно, там своих переубивает. Что-то взрывается, он кишки какие-то, слышу, разлетаются. Мне вообще, наверное, наверх не надо было вылазить, да? Можно было и так пройти. Не, так нельзя было просто пройти. Ну, наверняка можно и здесь пролезть. Я лучше здесь вылезу. Что-то такое ужасом на улице творится. 85% энергия скафандра. 100%. Замечательно, они на меня бочки поскидывали. Да сколько можно-то? Здесь невыгодные позиции. Надо было, наверное, так сразу сделать. Ой, это обломки попадали, я-то уж испугался. Ты куда вылез? Дурачок! Обнаружена потеря крови. Автоматическая медицинская система включена. Давай попробуем отсюда. Танк обратно едет, да? Твоя. Всё, я его взорвал. У меня получилось. Тут еще даже кто-то в живых остался. Да и не просто кто-то, а их очень много даже. Ну, дерьмо. Откуда у вас здесь такое количество-то? Птичка. Танк тут на меня поставили. Вы что, были готовы? Знали, что я что ли приду? Хотя, если ученые предупреждали ту лабораторию, то наверняка и мои враги перехватили эту частоту и знали то, что я приду. Знали, что меня надо ждать. Ну это жопа, конечно. Это жопа. Так, ладно, пошли дальше. Боже, ты техники-то сколько? В смысле, чё он не дохнет? На танк и то меньше ракет надо было потратить, чем на эту штуку. Так, там дальше чувствую... А, дальше я не смогу ничего оттуда забрать. Ну, а туда я не залезу, да? Ну, ладно. С 35 хп-ами как-нибудь прорвемся. Там, по-моему, такой стреляет умный. Я его даже не вижу. Фух, сколько у вас патронов надо всадить.
Все? Я вас убил? Там у птички лежат. О, живем! Гранаты нету. Что делать? Там еще засада была. Что так сложно-то? Если кто не сидит. Правда, я прям туда запрыгнул, туда лицом. Если там какой-нибудь чувак с дробовиком бы сидел, мне бы все бы откинулся. Здесь за ширмой никто не прячется. А то мало ли уж. Я тут никому не доверяю. Вторую серию уже идем на пролом. Да, теперь вас-то мне не хватало. Как будто мне до этого проблем мало было. Минное поле. Ах, от крабики не повылазит? 15%. Ага. Так. Куда дальше? Перекрыто. Ой, нашел куда. Смотри-ка, может здесь дверь открыта? Чего это? Хранилище. Особо охраняемое хранилище. И оно закрыто. Обидно, обидно. Может, я там еще бы одну мегапушку нашел. Но в особо охраняемое хранилище не попасть. Да вы стебетесь, что ли? Подожди, откуда я сейчас загружусь? Если мне заново придется всех убивать, да? От взрыва я все хп потерял. А мне сейчас нельзя лишних и потерять. Такая жопа происходит. Лучше гранаты. Я все равно ими не пользуюсь. Хотя, может быть, зря. Пользовался бы гранатами. В смысле? Чё это за прикол такой? Я ему туда целую. Ой, опять я отсюда начинаю. Я его туда прям целую пачку засадил, расстреливаю его, а ему пофигу. Его только с базуки надо было убить. Видимо, его должны были убить в касцене. Я его не должен был спасти. Потому что он никак не реагирует. Угу. О, минные поля. Мои любимые. Чтобы не особо не приходилось стрелять. Угу, накидал гранаты. Здесь мин целая куча, навалили.
Ты посмотри, сколько здесь мин. Это от кого так? Неужели настолько сильно надоел? А я здесь пролезу? Да, пролез. Это откуда сейчас было? Обнаружена потеря крови. Ты стебешься, что ли, надо мной? Я в тебя там базуки пальнул, ты должен был сдохнуть. Не, ему пофигу. Щип. Я ненавижу эту локацию. Да что ж такое, здесь не было ни хрена. Сейчас я ему туда гранату закину. Теперь, вот, я слышал прям, как он подох. А, мне сначала надо электричество отключить. То бы меня сразу же убило. В пепел превратило, даже костюм бы не спас. От 1000 вольт. Ох, как мне все это поднадоело. Такое количество. Блин. Да, отправляюсь. Сам-то дошел, пока не очутился здесь. Ну и у меня просто сдали нервы. Тебе еще повезло то, что ты выжил. И вы поймете, о чем я. Я собираюсь переждать эту катастрофу здесь. Если вы собираетесь идти дальше, умоляю, ради всех нас, продвигайтесь с максимальной осторожностью. Да, я это уже понял, потому что это жопа. Даже хэдкраби меня ненавидят. Если вы собираетесь дальше, умоляю, ради всех. Теперь я понял, про что ты говорил. Хорошо, я буду осторожнее. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.